Выше была ссылочка. Так, сейчас человеку скину. Копирую. Так, друзья, давайте начнем. Те, кто меня не знает, меня зовут Евгений Ванин. Я являюсь основателем компании Freedom Technology. К сожалению, сейчас сервисы компании Freedom Technology уже не работают. Я об этом вчера рассказывал, почему так произошло. Вот. И я работаю не один над этим проектом, над проектом Traffic Booster. Мы работаем командой. И Владимир Величко, да, мой партнер, который занимается техническими моментами, работает с программистами, да, то есть занимается программным обеспечением продукта, я занимаюсь маркетингом. Вот. Дальше наша команда, естественно, будет сейчас расширяться, и будет и служба поддержки, и все остальное. Я сегодня расскажу вам немножко о том, что мы делаем, что мы придумали, да, и как мы это будем реализовывать. Ну и, соответственно, также поговорим с вами о маркетинге. Как всегда, начнешь проводить вебинар, и кто-нибудь начинает что-то пилить. Так, кто-то не может зайти на вебинар. Ладно, ребят, я отвлекаться, к сожалению, не могу. Если есть возможность у кого-то, расскажите, как людям попасть на вебинар. Вот. Давайте начнем, да? Уже больше ждать никого не будем. Постараюсь сегодня максимально коротко уложиться в 40 минут, если получится. И давайте начнем, наверное, с того, что как вообще создавался сам продукт, да, почему мы его делаем и для чего он вам будет нужен. Я занимаюсь интернет-маркетингом уже с 2010 года. Многие меня знают. В 2015 году я открыл компанию Freedom Technology. У нас была хостинговая компания, сервис приема платежей, сервис рассылок, конструкторы сайтов и многое-многое другое. Но, к сожалению, год назад все это начало вот так вот разваливаться, распадаться и так далее. Разные причины на это были. Блокировка серверов, блокировка IP-адресов, многое-многое другое. Ну и, честно сказать, в прошлом году я прям ушел в такое немножко, не то что немножко, да, в глубокую депрессию по этому поводу. И не понимал вообще, что делать, потому что какие бы деньги я ни тратил на восстановление инфраструктуры, ничего не выходило, да, то одно прилетит, то другое, то пятое, то десятое, получается, ты мыкаешься, мыкаешься и не знаешь, чего делать. И, наверное, настал тот момент, когда я понял то, что смысл пинать дохлую кобылу, да, если она уже не едет, она, скорее всего, уже и не поедет дальше. И проанализировав вообще рынок, я понял то, что те инструменты, которые были раньше, они немножко устарели, да, и в основном сейчас мы все с вами уже работаем с телефонов, да, то есть даже этот вебинар, который вы сейчас смотрите, я могу спокойно проводить с телефона, единственное, что просто неудобно показывать саму презентацию, да. Вот. Но, тем не менее, достаточно просто одного телефона, чтобы у вас был Telegram, да, это самый, наверное, крутой мессенджер, который сейчас есть, точнее, не то, что крутой, да, он на первом месте по количеству пользователей, по удобству, по интеграциям, тут уже и Tone Open Network, то есть криптовалюты можно там внутри переводить друг другу. В общем, этот мессенджер очень популярный, он развивается, и когда я лишился, во-первых, своих баз подписчиков, всего остального, да, то есть когда ну, сервисы мы закрылись, так скажем, настал тот момент, когда я понял, что ну, что-то все равно надо делать, да, то есть сидеть на месте нельзя. И единственные два источника трафика, которые у меня остались, да, это канал на YouTube и это Telegram, да, Telegram, группы, да, которые у меня были. И, ну, Instagram я не пользовался уже около года, и как бы оттуда я трафик вообще не брал. То есть основные два инструмента, по сути, это Telegram и YouTube канал. Вот. И я понял то, что мне нужен инструмент, который будет помогать собирать трафик, покупать трафик, да, то есть уже начал искать, где купить трафик в Телеграме. Соответственно, есть площадки, да, но они внешние в основном. И там трафик такой, там каналы непонятные, то есть они не по бизнес-тематике, а какие-то накрученные каналы и так далее. Вот. И я понял то, что, блин, вот если мне такой инструмент нужен, я думаю, всем остальным тоже он пригодится.
Причем не просто как бы инструмент ради маркетинга, который мы делаем, да, то есть маркетинг, о котором я сегодня буду рассказывать, да, а инструмент, который будет действительно нужен, за который люди будут готовы платить, независимо от того, там, участвуют они в партнерской программе, участвуют ли они в маркетинге или нет. Да, то есть они просто приходят, им нужна качественная реклама на свой проект, они берут, просто ее заказывают спокойно, да, оплачивают деньги. Люди, которые продают эту рекламу в своих рассылках в Телеграме, получают деньги там, за переход, либо за размещение рекламы там, в своей группе. Вот. И сейчас мы такой инструмент практически уже создали. Да, то есть у нас сейчас есть трафик-бот, который... трафик-бустер, да, бот, в котором вы сейчас уже можете бесплатно зарегистрироваться и который постепенно сейчас будет наполняться функционалом. И основной функционал, первый, да, функционал, который мы запустим, это покупка, продажа рекламы в собственных рассылках. То есть вы уже сейчас можете собирать подписчиков, да, но потом появится, естественно, площадка, где вы сможете покупать трафик, продавать трафик, делать коллаборации, то есть взаимопиар и так далее. Но все это будет в Телеграме, да, то есть в Телеграм-канале. Это одна из первых функций, которые мы включим. Дальше будет, соответственно, функционал парсинга и много-много всего интересного, о чем я сегодня постараюсь в течение презентации рассказать. Так, что у нас тут в чате? Да, там есть. Нужно перейти на канал. Ага, никак не могут зайти люди. Вот, ладненько, давайте мы перейдем непосредственно к тому, о чем я сегодня буду рассказывать. Да? То есть я думаю, по продукту вам понятно. Да? То есть мы разрабатываем бота, который поможет вам развивать свой бизнес, собирать трафик, продавать этот трафик и, соответственно, на этом еще и зарабатывать деньги, имея в руках просто телефон и, соответственно, социальную сеть Telegram. Как вы понимаете, да, то есть, ну, есть много разных методов раскрутки сервисов, да, и один из таких методов – это сетевой маркетинг. И, соответственно, я сам сетевым маркетингом уже занимаюсь с 2010 года, да, и партнерскими программами. Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы проект стартанул, нужен, во-первых, качественный продукт, да, который люди будут покупать и оплачивать его ежемесячно, и классный маркетинг. То есть если эти два, так скажем, моменты сходятся, да, то есть крутой продукт, который сам себя продает, и крутой маркетинг, то можно сделать очень крутую платформу, ну, просто, которая выстрелит как пушка. Вот. На данный момент у нас вот за три дня зарегистрировано сейчас больше, чем 1300 партнеров. Вот. Были некоторые баги, да, мы их все уже пофиксили. Сегодня будет еще обновление, будут у нас конкурсы. Скорее всего, сегодня уже все это зальем. Если зальется сегодня, я сегодня расскажу попозже о конкурсах, там, вечерочком. Вот. И сегодня как раз вот я немножко сейчас рассказал о продукте, да, давайте теперь расскажу о самом маркетинге. То есть маркетинг сам по себе без продукта долго не протянет, да, то есть вы прекрасно понимаете, что людям нужен продукт, да, и можно было сделать какой угодно крутой маркетинг, если нет крутого продукта, то рано или поздно маркетинг загинается. А, соответственно, вам придется искать какие-то новые источники дохода, новые источники трафика или еще чего-то. Вот. Мы постарались, короче, два этих, так скажем, крутых продукта соединить. Это сервис качественный, который поможет находить клиентов, и, соответственно, маркетинг, который поможет вам всем зарабатывать. Давайте я сейчас перейду непосредственно к маркетингу, расскажу, что будет за маркетинг. Старт у нас планируется примерно 10-15 марта, да, то есть примерно две недели у нас есть, сейчас идет такой предстарт, так скажем, да, то есть вы можете регистрировать клиентов, пользователей и так далее. Вот, у нас будет много разных механик, да, для привлечения клиентов именно, да, по заказу рекламы. Один из них это будет получение купона там, от 500 до 5000 рублей. То есть, когда человек регистрируется как рекламодатель, он получает купон на 500 рублей, например. И для того, чтобы ему эти 500 рублей потратить, ему надо заказать рекламу там, на 5000 рублей. Соответственно, компания вместо того, чтобы свои 10% заработать, она, грубо говоря, первый раз дает эту скидку будущему клиенту. Вот таким вот образом это все будет работать. Но давайте перейдем к маркетингу и посмотрим, что мы придумали. Так, сейчас я... экран. Мне понадобится опять ваша помощь, чтобы вы сказали, видно ли экран или нет. Я сейчас лицо свое уберу. Так, и открою презентацию.
Так, пожалуйста, напишите, видно ли презентацию, видно ли маркетинг. Я расширю на весь экран. Да, все видно, отлично. Благодарю, Андрей. Смотрите, давайте начнем и перейдем сразу к первому слайду. Вот, стоимость первого продукта, у нас будет несколько продуктов на самом деле. То есть первый продукт, который мы запускаем, это возможность, опять же, повторюсь, собирать подписчиков, создавать воронки продаж в Телеграме, продавать рекламу и покупать также рекламу. Да, то есть будет площадка полноценная, где вы сможете это делать. Сможете выбирать авторов, сможете выбирать базы подписчиков, либо вы сможете выбирать группы, да, по которым давать вот эти вот рекламные свои кампании для заказа. И стоимость данного первого продукта будет 500 рублей. Вот. Как только человек оплачивает 500 рублей, он сразу попадает, становится еще одновременно и партнером. Партнерскую сеть можно развивать, можно не развивать, можно просто оплачивать маркетинг, точнее не маркетинг, а оплачивать продукт, да, и попасть в маркетинг сразу же. И маркетинг сделан таким образом, что здесь ну, многие привыкли, да, там, к матрицам, да, матричные проекты. Мы сделали гибридный, так скажем, маркетинг, который поможет максимально быстро начать зарабатывать как тем, кто занимается трафиком, так и тем, кто впервые вообще сталкивается с такими инструментами, с таким маркетингом. И давайте я расскажу, в чем его гибридность. Во-первых, это матричный маркетинг, матрицы не делятся. То есть, если посмотреть сейчас вот на этот рисунок, здесь мы видим 7 мест. По сути, это 7 человек, 7 партнеров, которые здесь стоят. Дальше вся система выстраивается только вниз. Вот таких вот столов, да, или уровней, так их назовем, их всего 11 у нас в системе. И, соответственно, мы по этим уровням с вами пройдемся сейчас. У нас здесь есть клоны, да, которые тоже сейчас такие в тренде, проекты с клонами. И система очень интересна. Точнее, клоны эти интересны тем, то, что они помогают двигаться не только вам, да, то есть тем, кто первый зашел, но и вашей команде, когда вы двигаетесь, ваша команда тоже двигается вместе с вами, помогает вам получать дополнительные выплаты. То есть маркетинг сделан сейчас для того, чтобы мы могли привлечь максимальное количество аудитории на площадку, чтобы в дальнейшем, в конце марта, да, когда у нас запустится уже рекламная площадка, здесь было где развернуться, да, было где давать рекламу, точнее, на кого давать рекламу и так далее. Да. То есть мы сейчас применяем вот эти вот методы раскрутки. По сути дела, выплаты идут в сеть 100%, да, но для того, чтобы вам хорошо заработать, вам, естественно, нужно пройти все эти 11 уровней. Итак, давайте начнем. Да. То есть стоимость 500 рублей, выплата с первого места сразу же идет 50 рублей, со второго 50, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 150 рублей. Выплаты у нас будут идти инстантом. Это значит, что как только произошла оплата, деньги сразу приходят к вам на ваш кошелек. Не в кошелек системы, да, в котором, в бота, да, в котором это все хранится, а на ваш кошелек, который вы зарегистрируете. Мы будем пользоваться прикассой и сейчас пробуем подключать кошелек Payeer. Да, то есть у нас будет две платежные системы. В зависимости от того, с какой платежной системы человек будет оплачивать, на такую платежную систему вам и будет инстантом сразу приходить выплата. То есть мы в системе деньги хранить вообще не собираемся. Что дальше? Если, допустим, вы не приглашали партнеров, то есть сюда могут приходить от вышестоящих партнеров, да, то есть клиенты, да, либо партнеры, заполнять вашу матрицу. То есть вы можете не заполнить ни одного человека сюда, не пригласить, как говорится, да, и вы все равно получаете вот эти выплаты. Если же вы занимаетесь партнерской программой, то у вас с каждого третьего, четвертого, пятого и шестого места выплачиваются партнерские выплаты. Причем на 5 уровней в глубину. С первого уровня это 20 рублей, со второго 10, с третьего 10, с четвертого и пятого по 5 рублей. Пока что это все в рублях. Мы проведем опрос, возможно, вы захотите какую-то другую валюту поставить. Вот сегодня опрос проведем, да, если нужно, будет, сделаем в долларах, и, соответственно, я переведу всю эту табличку в доллары. Вот, что у нас получается? Общий доход без реферальных 700 рублей. То есть 500 рублей стоит продукт, оплата будет ежемесячная, то есть через 30 дней опять человек оплачивает, опять получает такое же место в маркетинге. Ну, естественно, если у него стол уже заполнен, то это место уходит под его партнеров, слева направо, свободное место. Вот, переход на следующий стол у нас стоит 1000 рублей. Идем с вами дальше.
Здесь также вы перешли, то есть там накапливаются уже деньги, не просто переход стоит, вам не надо их уже оплачивать, да, они у вас здесь накопились, и переход на следующий стол уже для вас, по сути, бесплатен, но этот стол стоит 1000 рублей, его тоже можно будет купить заранее. Выплата с первого места 50, со второго 50, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 200 рублей. И здесь уже партнерка чуть побольше, да, выплачивает с первого уровня 100 рублей, со второго третьего по 50, с четвертого по пятый по 25. Это с третьего, четвертого, пятого, шестого места. То есть как только партнер сюда попадает, точнее это стоит ваш партнер, к нему на первое место приходит кто-то, соответственно вы получаете сразу 100 рублей, если это партнер первого уровня. Если у него есть партнер второго уровня, соответственно у партнера второго уровня тоже кто-то попадает сюда в матрицу, вы получаете 50 рублей. Также у партнера третьего, четвертого и пятого уровня. То есть представляете, да, какие могут быть деньги, если вы действительно развиваете этот проект и сюда приходят новые партнеры и клиенты от вас. Общий доход без реферальных 900 рублей с этой матрицы. Переход на следующий стол 2000 рублей. Идем с вами дальше. И здесь у нас начинается уже самое интересное. Здесь выплата с первого места 100 рублей, со второго 100 рублей, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 300 рублей. Но самое интересное здесь в том, что с каждого из мест вот, выходит один клон уже в первый стол. То есть с третьего стола вот, летят с третьего, один клон улетает в первый, с четвертого, с пятого и шестого. То есть 4 дополнительных места у вас появляется в первом столе. Вот здесь вот, да. И, возможно, они попадают, вот представьте, что это ваш партнер, и они ему просто закрывают его стол. Во-первых, вы получаете партнерские отчисления от этих клонов, да, которые под партнера попадают. Партнер переходит во второй стол и, например, попадает вот сюда еще под кого-то. Да. Вы опять, как вышестоящий партнер, получаете 100 рублей. То же самое и у ваших партнеров происходит. То есть, когда они доходят до третьего стола, у них закрывается нижний ряд, от них тоже летят клоны, которые помогают вашей команде, то есть не обязательно их партнерам. Там система вся, она перемешивается постепенно, да, в любом случае. И эти клоны также помогают кому-то двигаться. Соответственно, это такие же места, которые постепенно начинают зарабатывать вам деньги по маркетингу, либо по партнерской программе, да, то есть если вы ее развиваете. Поэтому сейчас приглашать партнеров очень выгодно. И чем больше у вас будет партнеров, тем больше партнерских выплат вы будете в глубину получать. Здесь у нас выплаты по партнерке, опять же, да, с третьего, четвертого, пятого, шестого места, с первого уровня 50, со второго 20, с третьего, четвертого и пятого по 10. Чуть меньше выплата, чем на предыдущем столе, но тем не менее она тоже есть. Общий доход без реферальных 1400 получается и переход на следующий стол 4000 рублей. Идем с вами дальше. Четвертый стол – это единственный стол или уровень, так его назовем, где у нас с первого и второго места нет выплат. С третьего, четвертого, пятого и шестого вы получаете по 400 рублей. И также с каждого из этих мест, третьего, четвертого, пятого и шестого, по одному клону улетает опять в первый стол и помогает вашей команде двигаться. Ваша команда двигается, кто-то также переходит на третий стол, от них тоже летят клоны и так далее. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Если они тоже до четвертого доходят, соответственно, тоже у каждого из ваших партнеров появляется дополнительно 4 места. Как только закроется четвертый стол, у вас уже будет как минимум 8 дополнительных мест, которые зарабатывают уже в первом столе. Думаю, с этим мы с вами разобрались. Партнерские выплаты здесь с первого уровня 50, со второго 20, с третьего, четвертого уровня и пятого уровня по 10 рублей. Общий доход без реферальных составляет 1600 рублей. Переход на следующий стол 12 тысяч рублей. И вот как только вы переходите с четвертого на пятый стол, здесь начинается еще интересней, добавляется дополнительный бонус, это бонус за переход. Что это за бонус? То есть вам не нужно ждать, пока у вас закроется первое место, второе место, вы сразу получаете бонус 1000 рублей. То есть закрылся у вас четвертый стол, вот этот вот, да, последний человек пришел, закрыл, ваш аккаунт перешел на пятый, и, соответственно, вы сразу получили 1000 рублей. И как вы понимаете, у вас еще до этого момента еще как минимум 8 аккаунтов уже двигаются к пятому столу. Да? То есть они тоже зарабатывают деньги по дороге. И как только вы переходите на пятый стол, вы получаете дополнительный бонус 1000 рублей. Также этот бонус получает куратор. 500 рублей ему прилетает тоже на баланс. За то, что он помог вам дойти до пятого уровня. С первого и второго места по 500 рублей выплата, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 2500 рублей.
И уже, как вы видите, и партнерка здесь такая достаточно жирная становится. С первого уровня 500 рублей, со второго 200, с третьего 100, с четвертого 100 и с пятого 100. И с каждого еще из этих мест по два клона уже улетает в первый стол. То есть итого получается 8 дополнительных мест летит в первый стол и помогает вашей команде. Доход у нас получается здесь без реферальных и кураторских 12 тысяч рублей. Естественно, если у вас будут кураторские, да, представьте, что вот 6 ваших партнеров перешли под одного сюда, да, к примеру, да, вы получаете как минимум 3000 рублей, да, и плюс еще вот с каждого из этих мест по 500 рублей партнерских выплат, то есть плюс 2000 рублей. То есть вы как куратор получите, заработаете на этом как минимум 5000 рублей, почти половину от дохода. Так, и переход на следующий стол у нас получается 22 тысячи рублей. Так, сейчас посмотрю в чат. Ага. Вроде ничего не происходит, все нормально. Так, шестой стол, стоит он 22 тысячи рублей. Бонус за переход, то есть вы сразу получаете 1500 рублей, куратор получает 1000 рублей, и с первого и второго места вы получаете по 1500 рублей. Третье, четвертое, пятое, шестое по 5000 рублей с каждого места. И по два клона опять улетает в первый стол, помогают вашим партнерам двигаться. Партнерские выплаты здесь с первого уровня 750, со второго 500, с третьего 250, с четвертого 250, с пятого 250 рублей. Общий доход без реферальных и кураторских получается 24500 рублей. И переход на следующий стол у нас 40000 рублей. Переходим на следующий стол, опять получаем бонус за переход 2500, куратор получает 1500, с первого места выплата 3000 рублей, со второго 3000, с четвертого, пятого, шестого и седьмого по 7000 рублей, и 4 клона с каждого из этих мест уже летит в первый стол. То есть 4 плюс 4 это 8, то есть 16 клонов улетает в первый стол, когда полностью закрывается эта матрица. Ну как, никогда, с каждого места место закрылось, вы получили деньги, клоны улетели, помогли вашей команде. Вот, то есть представляете, на каждом столе мы даем, сами двигаемся, да, нас же двигает наша команда, и мы помогаем также нашей команде двигаться нашими дополнительными аккаунтами, которые также зарабатывают в дальнейшем партнерские вознаграждения. Уровень партнерские отчисления с первого уровня 1000 рублей, второго 750, третий, четвертый, пятый по 250 рублей. Общий доход без реферальных и кураторских получается у нас 36500 рублей и 86000 идет на переход на следующий стол. Идем с вами дальше на следующий стол. Бонус за переход сразу 5000 рублей, куратор 2500 получает. Вот представьте, у вас к этому моменту, например, будут партнеры, да, которые дошли до восьмого стола, ну, к примеру, доходят до восьмого стола, и у них уже как минимум там больше 20 клонов, которые идут по маркетингу, да, и эти 20 клонов рано или поздно у каждого партнера, да, а у вас, например, там 10 партнеров. Представьте, что 10 партнеров купили сначала по одному аккаунту, и как только они дошли до восьмого стола, у них уже там минимум, по-моему, там 20 или почти 30 мест, то есть дополнительных аккаунтов, тоже идет по маркетингу. То есть было 10 партнеров, стало 300 партнеров как бы из этого, да, за счет того, что у них появились клоны. Вот так вот эта система работает. Ну ладно. С первого места 5000, со второго 5, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 15000 рублей. Из каждого из этих мест по 10 клонов идет в первый стол. То есть 40, итого 40 клонов улетает в первый стол для того, чтобы помогать вашим партнерам. С первого уровня партнерской программы вы получаете 1500 рублей, со второго 1000, с третьего 500, с четвертого 5 по 250. Общий доход без реферальных и кураторских получается 75000 рублей. И переход на следующий стол уже здесь 200 тысяч рублей уже в маркетинге есть. Постепенно двигаемся к девятому. Как только мы переходим, то есть закрываем восьмой, переходим сразу на девятый, нам еще 10000 бонусом падает за закрытие предыдущего стола. Куратор получает за это тоже 5000 рублей, потому что куратор непосредственно вам рассказал об этом проекте, помог дойти, помогал своими, так скажем, тоже клонами, движениями и так далее. Да? Поэтому куратор всегда должен что-то получать, какое-то вознаграждение, помимо реферальных. Должен быть заинтересован в том, чтобы вы зарабатывали больше, так скажем. С первого места здесь 20 тысяч, со второго 20, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 35000 рублей выплата. И по 25 клонов опять улетает с каждого места в первый стол. С этого 25, с этого 25, с этого 25 и отсюда тоже 25. То есть 100
клонов улетает в первый стол, когда вы находитесь на девятом столе и помогает, естественно, вашим партнерам двигаться. Они двигаются, и, как вы помните, у нас уже с первого уровня идут партнерские отчисления, со второго идут партнерские. То есть у нас на каждом уровне есть партнерские отчисления. И, естественно, чем больше, так скажем, чем дальше вы заходите, тем больше вы помогаете вашей команде, тем дальше двигается ваша команда, и она уже с третьего стола тоже начинает отдавать, ну, ваши партнеры начинают отдавать клоны в первый, так скажем, стол. Да? То есть представьте просто в голове, как эта система будет работать. Естественно, деньги из воздуха не берутся, чтобы вы понимали, то есть здесь нет какой-то волшебной палочки, и деньги здесь рисоваться из воздуха не будет. Все здесь просчитано именно в маркетинге. Да? То есть если вы сложите вот эти все цифры, там 10 тысяч, 5 тысяч, 20 тысяч, 35, стоимость клонов и стоимость партнерки, то вы можете это уместить вот в этот один квадратик. Да, то есть. И какая-то часть денег остается, естественно, на переход на следующий стол. То есть деньги всегда будут браться от клиентов. Поэтому мы и создавали тот продукт, который люди будут ежемесячно оплачивать. Они будут просто, ну нафиг он нам нужен, этот продукт, нам с ним делать нечего. А этот продукт действительно будет вам привлекать трафик, создавать воронки, делать рассылки и так далее. То есть за минимальную стоимость вы получаете максимальную выгоду. И не только вы, но и ваши партнеры. Естественно, когда вы строите сеть, да, партнерскую, то через какое-то время эта сеть разрастается, и вы можете уже зарабатывать нормальные деньги, как хороший маркетолог. Итак, что у нас здесь получается? По партнерским выплатам с первого уровня 3, со второго 2500, с третьего 1000, с четвертого 5 по 500 рублей. Общий доход без реферальных и кураторских 190 тысяч. 440 тысяч – это переход на следующий уровень. Переходим с вами дальше. Моментально, то есть как только закрывается 9 уровень, вы переходите на 10, моментально приходит вам еще 30 тысяч рублей сверху бонусом. Куратор получает 20 тысяч, с первого места 50, со второго 50, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 100 тысяч рублей. И с каждого из этих мест по 40 клонов улетает в первый стол. То есть получается, итого 160 клонов от вас улетает в первый стол и помогает опять же двигаться вашей структуре, вашим партнерам и так далее. И вы опять до пятого уровня начинаете там получать партнерские выплаты с первого, второго, третьего, четвертого и так далее, где там какие-то закрываются столы, да, то есть у вас приходят вам партнерские отчисления. Наша задача была также еще сделать поток, так скажем, денежный поток, да, чтобы он не переставал, чтобы вам не надо было ждать, пока у вас там закроется стол какой-то. Да? То есть мы знаем много проектов сейчас в интернете, где, чтобы получить какую-то выплату, надо потрудиться. Да? И большинство новичков, которые приходят, они даже до первой выплаты не доживают. Да? То есть им не хватает усидчивости, да, чтобы получить какой-то первый результат. Здесь же мы постарались, чтобы в любом случае, каждый из вас как минимум, как можно быстрее получил хотя бы первую какую-то небольшую выплату, да, и почувствовал эти деньги, которые прилетели сразу на кошелек. То есть мы старались сделать такой маркетинг и продукт, да, чтобы он реально выстрелил и радовал не только создателей, да, как говорится, а всех тех участников, которые сюда приходят. В общем, с каждого из этих мест по 40 клонов улетает в первый стол, и партнерские выплаты здесь уже за первый уровень по 10 тысяч рублей, второй 5 тысяч, третий 3, четвертый 5 по 1000 рублей. Общий доход без реферальных и кураторских с закрытия этого стола 530 тысяч рублей. И 800 тысяч остается на переход в последний уровень, последний стол, так его назовем. Здесь у нас, естественно, максимальный доход вы получаете. И бонус за переход, то есть с 10 на 11 вы перешли, получили 100 тысяч рублей, еще даже не закрыв ни одного места. Куратор получил 50 за то, что помог вам все-таки дойти до этого уровня и заработать хорошие деньги. И что у нас получается? Выплата с первого места 180 тысяч, со второго 180, третий, четвертый, пятый, шестой по 350 тысяч. Из каждого из этих мест по 100 клонов улетает опять в первый стол. То есть 400 клонов улетает в первый стол и помогает вашей команде. Как вы думаете, сколько людей, сколько новичков, да, получат первые выплаты? И сколько вы получите еще реферальных выплат, да, помимо того, что заработаете с этого стола? Может быть, очень даже неплохие комиссионные. Вот. Партнерские выплаты у нас здесь с первого уровня 30, со второго 20 тысяч, с третьего 15, с четвертого 2500 и с пятого 2500. Все, общий доход без реферальных и кураторских 1 миллион 860 тысяч рублей. То есть только с этого стола. Ну и давайте перейдем к видам бонусов. Да, то есть их всего у нас 4. Это общий доход с прохождения всех столов одним аккаунтом. То есть если у вас будет один аккаунт, один
который дойдет до конца, но на самом деле, пока он до конца дойдет, будет как минимум 732 клона у вас уже где-то там идти и тоже зарабатывать. Вот, поэтому, ну, тут цифры примерные. Одним аккаунтом можно заработать 2 682 800 рублей, то есть пройдя все уровни с 1 по 11. Доход куратора за переход одного партнера на следующий стол 80 500 рублей. То есть если ваш партнер пройдет все 11 столов, это только кураторский доход у вас составит с одного места, да, а у партнера их тоже будет 732, когда он пройдет. То есть вы получите намного больше на самом деле. Вот, но мы будем считать один аккаунт, это минимально, да, это 80 500 рублей. Доход куратора с одного партнера после закрытия всех матриц первого уровня, это по партнерке первого уровня, я считаю, 187 880 рублей. Партнерку там второго, третьего, четвертого и пятого я не считал, и здесь пока статистику это не выкладывал. Но если нужно будет, мы, соответственно, сделаем. Просто непонятно, сколько будет партнеров там на втором уровне, на третьем и так далее. Можно примерную табличку сделать и примерно показать. Опять же, это просто цифры, да, в реальности, может быть, они будут в любом случае другие. Вот. Ну и количество клонов. Это первый стол после прохождения всех матриц одним партнером, это будет 732. Но не забывайте, что эти клоны, они уже, скорее всего, дойдут какие-то до третьего стола, до пятого, до десятого и так далее. Да? И клонов этих будет намного больше, чем 732, пока один ваш первый аккаунт дойдет до последнего стола. В принципе, на этом я закончил. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Так, я включу. Прекращаю трансляцию и включаю видео. Меня, наверное, видно. Так, да, меня видно. Вроде бы. Виктор, смотрите, отвечаю на ваш вопрос. Зачитаю сразу, да, может быть, кто-то просто не видит. Вход в маркетинг будет обязательным только для тех, кто будет пользоваться продуктом для сбора базы и продажи рекламы по этой базе, или для тех, кто хочет купить рекламу в рассылке тоже. А для тех, кто хочет купить рекламу, вход в маркетинг не обязательно. То есть у нас продукт создан прежде всего для клиентов. Да? То есть мы зарабатывать будем на клиентах, не на тех людях, которые будут приходить в маркетинг, а те, которые будут заказывать рекламу у нас. Вот, поэтому им в маркетинг заходить не обязательно. Они заходят просто на биржу рекламы, смотрят, где можно купить подписчиков, ну как подписчиков, где можно разместить рекламу, сделать рассылку, еще что-то, заказывают, просто платят деньги, соответственно, заказывают у вас рекламу, вы тут же, как только происходит оплата, получаете свое вознаграждение, человек получает, соответственно, к себе в группу или там на партнерскую ссылку трафик с вашей рассылки, либо с вашей группы. У нас будет несколько видов рекламы, да, то есть это реклама в рассылках и реклама в группах. Вот. И также у нас будет еще обмен подписчиками, да, то есть вы сможете с кем-то сколлаборироваться, то есть, допустим, организовывается там 5 или 10 человек, взаимопиар, так называемый, да, то есть, в один прекрасный момент, то есть, ну, с примерно одинаковыми базами, естественно, просто люди по своей базе там публикуют какое-то письмо, мы сделаем специальный шаблон, да, о каналах, которые будут рекламироваться в этом взаимопиаре, соответственно, люди будут обмениваться подписчиками и так тоже набирать базу. Вот. Потом у нас появится еще инструмент, который будет помогать вам работать с группами, да, то есть с контактами из других групп, да, то есть не просто делать рассылки, да, но и привлекать трафик из других групп на свои воронки продаж и так далее. Но это будет чуть позже. Вот, я уже расскажу, когда это будет реализовано. Ну, когда мы реализуем первую часть, да, потом перейдем, соответственно, к остальным инструментам. Так. И причем от рекламы будет отдельная партнерская программа, да, то есть когда вы продаете рекламу в рассылке, да, то есть вы на этом зарабатываете, там идет отдельная линейная партнерская программа, я о ней тоже позже расскажу, то есть она к этому маркетингу не имеет практически ничего общего, то есть партнерка продукта и партнер и маркетинг, да, точнее вот у нас есть маркетинг по продукту, да, то есть когда вы оплачиваете наш продукт компании, да, это матричная вот эта вот партнерская программа. Когда у вас покупают рекламу, либо вы покупаете, либо, ну, по сути, да, у вас покупают, вы ее продаете, там уже идет другая партнерская программа. Вот, она будет идти как и за приглашенного клиента, который купил, и за приглашенного партнера, который продал. То есть, если у вас сейчас, например, собирается база партнеров, которые будут в дальнейшем продавать рекламу в своих рассылках,
да, либо покупать ее, то вы из тех и из этих партнеров будете зарабатывать деньги при любом заказе. Вот. Вопрос, если партнер обогнал своего спонсора, то будет ли спонсор получать реферальные? Смотрите, мы сейчас думаем над этим вопросом, да, то есть в любом случае будет компрессия. Не, реферальные, смотрите как. Если ваш партнер обогнал вас там на следующую матрицу, то со следующей матрицы вы не будете реферальные получать, пока сами на нее не перейдете. Вот. А для чего это сделано? Чтобы люди не выстраивали вот эти вот колбасы такие невиданных размеров, там, для того, чтобы просто запланить систему, да, то есть могут заспамить, там, все что угодно сделать. Вот. Поэтому это как защита, во-первых, действует, да, а во-вторых, это как двигатель для ленивых там, людей, которые не хотят там, переходить на следующий уровень и так далее. Да, то есть это как двигатель прогресса. Вот. Поэтому за обгон, да, если человек вас обогнал, значит, он, ну, по сути, молодец, он работает больше вас. Вот. И ваше партнерское вознаграждение, которое вы могли бы от него получать, да, оно улетит вышестоящему спонсору. Как только вы перейдете на следующий уровень, все партнерские вознаграждения будут перелетать вам. Вопрос по входу мы решали. Количество столов что пока не решили, скорее всего, до 5-го стола. Вот. И будет возможность, скорее всего, для... Вот сегодня мы проведем опрос. Да, я сегодня опрос сделаю и уже тогда точно скажу, как мы будем делать, то есть сколько столов открывать. Вы сами проголосуете, да, как пользователи, да, и мы тогда будем понимать обратные, так скажем, по обратной связи мы будем понимать, сколько нам, вам их нужно сделать. Потому что нам абсолютно все равно, там, 1, 2, 3, один стол просто запускать. Вот, и также многие просили там золотые треугольники. Не знаю, я как бы, хотите, тоже сделаем опрос, делать их, не делать. В общем, я думаю, сделаем. Так, у меня опять заполнился диск. И практически сел компьютер. Ладно. 13% осталось. И у нас без 20 время. Вот. По-моему, по поводу платежек я сказал, да, то есть у нас будет две платежки, это Прикасса и Payeer. Все платежи будут инстантом сразу уходить, то есть в системе не будут задерживаться на ваших кошельках, там не надо будет кнопку нажимать, выводить, они сразу будут, как только приходят в систему, деньги сразу распределяются. То есть мы не хотим за них отвечать, и нам это не нужно. Поэтому мы максимально сейчас как бы сосредоточены на платежках, да, чтобы сделать инстант. Вот. И чтобы не было никаких вопросов ни к нам потом, да, ни, соответственно, если вдруг что, как говорится, потому что уже у меня был опыт, когда взломали один из моих сайтов, да, и, соответственно, украли очень немаленькую сумму денег. Вот. Ну, благо было давно, поэтому, можно сказать, я заплатил за опыт. Вот. И сейчас не хотелось бы, чтобы такой опыт был. Ага. Вот, запись есть, отлично. Ну, у меня тоже вроде бы есть, но опять у меня заполнился диск компьютера. На Маке, к сожалению, тут вообще очень быстро все заполняется. Вот. Друзья, все в принципе, да. Я не буду отнимать ваше время. На этом я завершаю нашу презентацию. Сейчас Владимир еще просто сегодня, он партнер мой, Владимир, он вам помогает там в чате, отвечает тоже, наверное, на вопросы. Вот. Владимир занимается, как я и сказал, техническими моментами, программирует бота. Я занимаюсь маркетингом. Вот. Попозже мы вас познакомим с нашей остальной командой, кто занимается, будет заниматься поддержкой и так далее. У нас еще есть несколько коллабораций, о которых вы тоже позже узнаете, с различными сервисами. Вот. И через нашу платформу можно будет не просто как бы... Там, заниматься каким-то одним делом, продуктом, да, то есть можно будет развивать еще и другие проекты. Вот, ну, как говорится, степ-бай-степ, сначала одно делаем, потом второе, потом третье. Вот, у меня как раз садится компьютер. Все, друзья, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Возможно, завтра я проведу еще один вебинар. Вот, ну, точно не знаю, у меня завтра переезд, поэтому, возможно, меня завтра не будет. Поэтому, по возможности, данную презентацию закачайте к себе на канал, либо вот, которую скинут.
в чат, либо мне там в личку. Вот, и можете уже пользоваться этими инструментами. Также сегодня скину новый вот этот обновленный файл PDF-презентации. Может быть, кто-то сам захочет проводить презентации. В принципе, все. Все, друзья, всем счастливо. Добавьте огни в чат, если информация была полезна.